день благодарения у уток начался гораздо раньше, чем у людей. Они готовы уже принимать дары от наших малышей. Сашка, не заходи за красную линию. Я не косила, я скажу. Почему вы все время ко мне подходите, объясните? Потому что они нам приходят. Вон, кидайте, чайки будут ловить на ходу. Смотри, оп! Видел, Антош? Ну, папа мой кач. Класс! Вот это мне нравится. Давайте еще. Давайте, опа! Я должен снять это. Папа, они стасы. Я попал в другое место. Папа, ты видишь, что вот это? Он только свалил. Когда подлетят. Есть. Молодцы. Бросай. Ну, надо и утку. Дай подлететь. Да куткам же падает, они же не все хватает. А, да. Саша, блин, отойди. Подбрось вверх там. Сейчас. Ты на голову не села. Эй, привет. Так, братик. Пришла банда, блин. Приветик. Пап, вот Чип и Дейл. Привет, Чип и Дейл спешит на помощь. Как дела у тебя? Как живешь, как бизнес? Катарин, смотри, у нас Чип и Дейл. Они меня пугают. Чего они тебя пугают? Смотри, какие вообще их не пугают. Давай от этих коней уйдем, пойдем чаек еще покормим. Вот здесь их много. Нарвались на стаю белых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь белок в одном месте. Антош, покорми белочек, зайка, не давай. Кони здоровые. В зубах держит и бежит еще за куском. Все, хватит. Пап, ну че на столе? Ну так сходи к ним и дай им на стол. Папа, я не хочу, что за меня. Пошли, не бойся. Им кто-то на столе еду оставил. Блин, а это толстая или беременная, смотри, какая жирная. Белка, ты рожать собралась или что? Хочешь? Что с тобой не так, скажи? Нет, она долго уйдет. Толстушка. Пап, она, наверное, прагная, и она очень хорошая кушать. Наверное, беременная, да. Ну что, пошли кормить еще гусей. Окей, бежим, папа. Папа, не буду кормить. Папа, бежим, папа. Папа, я 8 суток насчитал сразу. Больше? Ну что, давай, наверное, вот здесь кормежку устроим. Она беременная, наверное. И очень хорошо кушает. Давай вот здесь, Саш. Пап, они идут за мной. Ну ничего страшного, Катаринка. Только на крайний подходите. Да, они давай. Посмотри, какая маленькая, быстрая. Мне нравится, как будто на воде. Дай мать. Дай, вот так ему, Саша, дай. Ну, возьми. Нет, он. Here.
found the big ones. Talk about saying people are jumping. Ты уже скормила все? Да? Молодец. Я буду спать. Я пойду спать с цеха. Антош, закончил тоже? Пап, смотри, как они пойдут. Они стасные. Да не стасные. Они почти как Саса. Ну да. Саса уже стасный. Антон, give some to the big one. Or he might get angry and follow us. Все, день благодарения для уток закончен. Все скормил, Сашка? Нет еще? Ну давай, корми еще. Так, только не залезь вот в эти мины, отойди, блин, там такая это куча какая-то, иди туда вон. Иди там, где чисто. Мелкие остались? Давай я высыплю. Ну все, на этом маленький репортаж из Алондра Парк закончен. Саша, не подходи к краю. Все, потряси его хорошенько просто. Молодец. Антон, Саша, не балуйся, видишь, он ждет чего-то, а дать нечего. Собирайся. А вон, смотри, какой стал грудки, так сложил ручки на грудки. Смотри, там близко, там близко. Папа, смотри, он на тебя смотрит. Вон мне тот нравится. Погонял, главное, малого, да? Пап, у тебя там около. Смотри, сейчас он... Я хочу поддержать. Папа, они делают армию. Смотри, как все стоят столбиками. Саша, не делай этого, Саша, не делай. Папа, есть... Ну что, ну нечего тебе дать, ты опоздал, дружок. Давайте, когда мы придем в другой раз, мы только белкам дам. Потому что ты знаешь. Обычно их так много не бывает, да? Ну, надо бы это... Пап, они все на улице. Смотри, как ныряют. Там был один около тебя. Пап, они все вышли, потому что... Внутри надо подъезжать, потому что как мы. Я не шучу. Антон, they have a limited supply. Наедаться заранее. Жалко, что телефон не передает запах, так бы вы прикоснулись прямо к запаху озера-озера. Подтягиваются, думают, что есть хавчик какой-то. А закончилось уже, все. Все, ребята, вы опоздали. На, крикун. Вон посередине белый, серый, кричит. Ну ждут, потому что думают, что будет раздача слонов, а слоны закончились. Карина, что значит, когда мы получим? А вы получаете хлеб? Пишите в комментариях. Или вы его покупаете? Не, мы его купим. Только скролл стать, что сам? Скролл стать только кормить будем? Почему? Мы будем гюс, и скролл. Ну, один пакет на них. Потому что если у нас будет три пакета, тогда один пакет на пакет. Стирает всем, кому-то возьмем два пакета. Вот и еще один. Чувак, ты опоздал.